Что касается вопроса о том, могут ли украинцы занять оставшуюся территорию на западном берегу Днепра и Херсон, я безусловно считаю, что у них есть такая возможность. Самое главное, украинцы уверены, что у них есть возможность сделать это. Мы видели, как они предприняли очень методичные, эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они будут продолжать давить, пока не захватят территорию на западном берегу реки. Да, я думаю, что у них есть возможность. Потому что невозможно просто то, что вы говорите. Просто невозможно.